Каждый день твоих летних каникул похож на предыдущий? Мы подготовили целую серию сумасшедших трюков и розыгрышей, с которыми ты точно не соскучишься. Привет! Я так набегалась, что не чувствую своих ног. Ой, кажется, их на самом деле нет. Фух, все в порядке, вот же они. Сидят на диване. Может, это все сон? Где-то мой телефон, поделюсь фото с друзьями. Расскажем, как отделить ноги от тела и находиться в двух местах одновременно. Нам понадобятся твои любимые брюки. Наполняем штаны начинкой из футболок и мелких вещей. Вставляем штанины в кроссовки и усаживаем фейковые ноги на край дивана. Выползаем из-за угла, двигаясь так, чтобы ноги не попадали в кадр. Отличная идея для розыгрыша собеседника во время разговора по скайпу. И почему только люди не летают, как птицы? Хотя, кажется, я парю. Обычное покрывало поможет создать иллюзию полета. Прикрываем ноги куском непрозрачной ткани и отрываемся от земли на несколько сантиметров. Чтобы фокус получился, нужно потренироваться стоять на носочке одной ноги. Отводим руки вперед, ступней второй ноги, вводим по покрывалу и создаем иллюзию поднимающихся в воздух ног. Привет, а у меня для тебя небольшой подарочек. А, здесь чей-то отрезанный палец. Ты уверена, что это приятный подарок? Да, шкатулка с пальцем понравится далеко не каждому. Но в этом-то и замысел розыгрыша. Нам понадобится картонная коробочка с крышкой. Срезаем уголок коробки. Наполняем коробку ватой. Просовываем палец в отверстие. Красной краской имитируем вокруг пальца кровоподтеки. Дарим подарок сюрпризом и наслаждаемся ошарашенным видом подруги. А сейчас покажем волшебный фокус с разноцветной картинкой. Одно простое движение окрашивает черно-белый рисунок в яркие краски. Нам понадобятся два листа бумаги. Чертим циркулем 7 полукругов. Рисуем солнце и облака. Раскрашиваем рисунок карандашами. Вставляем картинку в файл. Обводим маркером контуры рисунка. Поверх разноцветной радуги кладем чистый лист бумаги. Вынимаем лист из файла. Рисунок становится цветным. Двигаем лист вверх и вниз и любуемся радужными преображениями. Необычно и очень красиво. Напугаем друзей, используя навыки боди-арта. Рукопожатие станет неожиданностью, если вместо обычной ладони ты протянешь другу руку на пружине. Черной краской отмечаем грани рисунка иллюзий. Рисуем на руке спираль. Пространство вокруг спирали закрашиваем в черный цвет. Розовым цветом придаем пружине эффект 3D. Подсвечиваем края рисунка белилами. Для большего эффекта одежду или фон лучше взять черного цвета. Такой розыгрыш друзья точно оценят по достоинству. А теперь показываем друзьям обычный маркер. Колдуем и делаем пару магических пасов. Маркер растворяется в слоях атмосферы. Раскроем секрет его таинственного исчезновения. Нам понадобится маркер, канцелярская резинка и булавка. Крепим резинку на булавку. Второй край резинки цепляем на колпачок. Пристегиваем булавку к поясу джинсов. Натянутая резинка придает маркеру ускорение. И он за доли секунды исчезает в складках одежды. Что может быть лучше спокойного вечера, проведенного в домашней уютной атмосфере? Я делаю заметки в блокноте, а подруга мысленно рассуждает о вреде конфет после 6. Блокнот выпадает из рук и почему-то падает на стену. У подруги тоже не все гладко. Вопреки всем законам гравитации, конфеты рассыпаются вокруг ее головы. Что-то явно пошло не так. Рассердившись на конфеты, подруга ползет по стене не хуже Человека-паука. Магнитные полюса Земли поменялись местами? Нет, это еще один видеорозыгрыш в копилку твоих пранков над друзьями. Переворачиваем стеллаж и кладем его на пол. При помощи двустороннего скотча крепим к полкам муляж книг, мягкие игрушки и прочие мелочи. Стену комнаты оклеиваем однотонными бумажными обоями. Пол тоже застилаем бумагой. Размещаем на полу картины и золотистые флажки. Крепим скотчем тапки к стене. И ложимся на стул. Видеоролик о комнате, где все вверх ногами, наверняка поразит твоих друзей. Последуй нашему примеру и удиви их своим абсолютным рекордом по отжиманиям от пола. Для начала делаем стандартные отжимания. Это легко. Усложняем программу.
отжимаясь на кончиках пальцев, затем на двух пальцах и, в конце концов, на одном. Но и это еще не предел. Демонстрируем вершину мастерства, отжимаясь без рук. Фух, это было непросто. И уходим вверх по стене. Этот ролик точно перевернет их сознание и заставит посмотреть на тебя под другим углом. Самый безопасный способ увидеть водоворот – это сделать его своими руками. Нам понадобятся две одинаковые бутылки. Одну бутылку наполняем водой, вторую оставляем пустой. Для зрелищности опыта добавим в воду несколько капель пищевого красителя. С помощью паяльника проделываем в крышечках отверстие. Склеиваем крышки между собой. Закручиваем крышкой бутылку с подкрашенной водой. Накручиваем сверху пустую бутылку. Раскручиваем бутылки и переворачиваем конструкцию. Внутри бутылки образуется мощный водоворот. Выглядит очень красиво. А теперь покажем трюк с исчезающей банкой колы. Демонстрируем зрителю целую банку, вроде бы ничего подозрительного. Накрываем волшебным платком, произносим заклинание, приподнимаем. О чудо, банка исчезла! Зрители в недоумении, а вы почиваете на лаврах. Поделимся с вами небольшим секретом. По размеру банки вырезаем картонный круг. Демонстрируя зрителю фокус, незаметно под платком кладем круг на банку. Аккуратно приподнимаем и скидываем банку на колени под стол. В руках остается лишь круг, прикрытый платком. Он-то и держит форму, создавая иллюзию. Насладимся магической левитацией металлического шара, похожего на огромную каплю ртути. Магический шар задумчиво парит в руках фокусника. Для этого фокуса нам понадобится кухонный половник и обычная резинка для волос. Фиксируем на запястье ручку столового прибора и спешим удивлять друзей. Советуем снять фокус на видео и отправить его своим контактам. На близком расстоянии друзья легко раскусят твой маленький секрет. Поделимся еще одной идеей фокуса. Нам понадобится крышка от картонной коробки. Засыпаем в крышку бусины. Пересыпаем бусинки в чашку. Достаем уже нанизанные на нитку бусины. Как нам это удалось? Секрет в том, чтобы закрепить на стенке крышки уже готовые бусы и незаметно встряхнуть их в чашку вместе с остальными бусинами. Скрепка прыгает по натянутым резинкам сверху вниз. Как это можно объяснить? Надеваем резинки на указательные и безымянные пальцы. Большими пальцами поддеваем нижнюю резинку и подтягиваем ее наверх. Цепляем скрепку на верхнюю резинку, перебираем пальцами, и верхняя резинка возвращается на свое изначальное место, в самый низ. А вместе с ней перемещается и скрепка. Со стороны кажется, что двигается только скрепка, но мы-то уже знаем секрет. Удержать такую карту на пальце может только настоящий волшебник или тот, кто знает секрет фокуса. Нам понадобится обычная игральная карта. Делаем на карте вырез по форме пальца. С помощью скотча крепим на карту два кусочка лески. С помощью невидимых веревок ты с легкостью поднимешь эту карту. Простой, но очень забавный фокус. А следующая оптическая иллюзия заставит тебя усомниться в собственных глазах. Какие цвета ты видишь на этой картинке? Если ты видишь 50 оттенков серого, то тебя ждет большое разочарование. Распечатываем две одинаковые картинки. Вырезаем серый круг. Прикладываем кружок к блокам на второй картинке. Цвет круга сливается с изображением. И иллюзия возникает из-за того, что один блок посередине осветлен, а второй слегка затемнен. Даже собственным глазам не всегда можно доверять. Понравились наши идеи смешных фокусов и розыгрышей? Тогда скорее пиши в комментарии, каким трюком ты разыграешь своих друзей. Левитацией, домом вверх тормашками или трюком с летающим шаром. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на Трум-Трум Селект и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые забавные идеи на нашем канале.